воспринимают, в принципе, всегда с пониманием, если она конструктивная, деловая. Ну, да, за эти 9 месяцев я много узнал, в том числе о себе интересного, и нового даже узнал. В том числе о тайных заболеваниях своих, и прогрессирующих, что-то личное осталось, и так далее, и тому подобное, благодаря нашим средствам массовой информации. Поэтому, жизнь идет, я думаю. С одной стороны, как бы, и знаете, иногда и с улыбкой на лице читаешь такое, что аж самому интересно становится. И охота аж направление взять куда-то съездить и обследоваться. Ну, тем не менее. Но и еще раз говорю, критика она должна быть конструктивна и по делу. Тогда она всегда воспринималась и восприниматься будет, и будет приниматься меры. Да, где-то недоработка, да, где-то что-то недосмотрели, да, где-то я видел, со своей стороны где-то, может быть, недосмотрел. Но не ошибается тот, кто не работает. Поэтому вот есть диванные критики, есть конструктивные критики. Это два совершенно разных полюса на разных частях.